«Сила и грация». Во второй спортивной школе прошел областной турнир по спортивной гимнастике. Традиционные весенние соревнования приурочили к празднованию Дня Победы. Соревнования у нас идут по многоборью. Мальчики выступают по 6 снарядам, девочки по 4 снарядам. Ну, естественно, это и опыт. И, видите, мы приглашаем здесь другие города. Они, ну, и делятся своим опытом, так скажем. В состязаниях приняли участие более 70 ребят, в том числе и спортсмены из Владимира. Жюри оценивает гимнастов строго. Одно неверное движение, нарушение равновесия, минус балл. Мы работаем на всех площадках. Опорный прыжок, брусья разновысокие, бревно и вольное упражнение. Это бревно. Оно самое узкое, и на нем очень трудно работать. Но все-таки страшно на такой высоте делать всякие элементы. И страх все равно как-то не проходит уже много лет. Традиционно ребята могли представить свою программу, усложнив базовую. За новые элементы судьи насчитывают дополнительные баллы. Да, я готовился долго, надо уметь трудиться. Самое главное. На этих соревнованиях ребята и педагоги, по сути, подвели итоги за прошедший учебный год. Гимнасты показали, чему научились, и тем самым подтвердили спортивные разряды, которые им присвоены. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.